Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, да, ребята, новая серия без модов, где сегодня нас ждет что-то грандиозное. Если вы помните, то несколько серий назад мы выпустили, как заспавнить большую деревню без модов, то есть мы кидали специальный предмет в землю и вырастала прям большая деревня с жителями. Но в этой серии мы заспавним большущий отель. Да, ребята. 11 этажей, 77 комнат. Это идеальный вариант, если вы хотите начать играть со своим другом в Майнкрафт, но вам лень что-то строить, но вы хотите действительно иметь грандиозную постройку. Или же даже лучше играть на серверах, когда ваших друзей много, и вы сможете заспавнить такой большущий отель за 10 секунд и жить в ней всей своей семьей, можно так сказать, всеми своими друзьями. Поэтому, ребята, в этой серии мы рассмотрим, как заспавнить нереально большой отель в Майнкрафте всего лишь за 10 секунд. Но перед этим, ребята, я бы очень был бы рад, если бы ты поставил лайк. Как только мы наберем 1000 лайков, я даю вам свое слово, как только мы наберем 1000 лайков, я сразу же бегу записывать следующую серию без модов, для того, чтобы выпустить ее как можно быстрее для вас, своих любимых подписчиков. 1 секунда, чтобы поставить этот лайк, чтобы ты взял и нажал на кнопочку, но за эту 1 секунду ты действительно сможешь меня сделать немного хотя бы счастливый, потому что каждый лайк для меня очень важен. Также там в уголку есть кнопочка с надписью «Подписка». Я также буду очень сильно рад, если ты на нее нажмешь, потому что это также у тебя займет только 1 секунду, так же как и лайк, чтобы ты на меня подписался. Может, тебе не важно, может, ты смотришь это видео и думаешь, ну подписан, не подписан, но это действительно важно, потому что каждый подписчик для меня как друг. И если для тебя это не играет роли, то также можешь просто подписаться, и пускай это для тебя не играет роли. Но я буду действительно этому очень сильно рад. А мы, ребята, приступаем к самой команде. С чего нам начать? Как обычно, в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Я уже надеюсь, что все знают, как это делается, но если даже еще есть такие люди, которые не знают, то это все делается с помощью вот такой команды, которую вы сейчас видите на своих экранах. Мы выдаем себе командный блок и спавним машину для того, чтобы выдать себе спавн яичко, с помощью которого мы сможем заспавнить прям большущий отель. Если в чате у вас написалась вот эта команда, значит она успешно была установлена. Это команда работает только на версии 1.8+, ни меньше, ни больше, только 1.8 до 1.88. Поэтому, ребята, запомните, потому что многие потом пишут, что, мол, Эдисон, у меня команда не работает, а попросту они не устанавливают на ту версию, которая, по идее, нужна. Поэтому, ребята, запомните. Ждем, пока это все установится. В чате нам напишут то, что вот, let's go, ребята. И это значит то, что команда была успешно установлена. Сейчас нам выдалось яичко, которое прямо вот так называется, банально создать отель. И нам нужно выбрать побольше так места. Главное не создавать возле этой команды. А знаете что? Знаете что? В первую очередь, ребята, никогда не забывайте возле этой команды писать set world spawn. Почему? Потому что если вы напишите это возле этой машины, да, можно сказать, то на любое расстояние вы можете лететь и не париться по тому поводу, то что у вас команда может перестать работать, потому что такие вещи случаются. Некоторые разработчики это не продумывают, и когда ты отлетаешь от этой махины где-то на 100 метров, то она перестает работать. А если ты заспавнил, то есть если ты прописал set world spawn, то плюс к тому у тебя пропадут лаги. Да, с помощью, что создает командный блок, у тебя лаги пропадут, и ты сможешь спавнить везде этот отель, и, в принципе, он всегда у тебя будет работать. Ну что, ребята, вы готовы? Нужно сразу его заспавнить. И сразу же отлетаем, потому что это будет действительно что-то большое. Смотрите, смотрите, я вот даже так сделаю. Смотрите, как это все красиво строится. Вы уже видите масштабы, насколько это большой будет отель. Вот смотрите, 2-й этаж пошел. Сейчас тут будут заполняться комнаты. Сейчас вы видите, на 1-м этаже все строится потихоньку. Все потихоньку строится, заполняется мебелью. И это офигеть как круто. Смотри, 2-й этаж начинает строиться. 2-й этаж, 2-й. Сейчас комнаты пойдут. Пошли комнаты, ребята, смотрите. И в этих комнатах вы сможете жить сами со своими друзьями, потому что комнат тут действительно очень много. И это вы создаете за 10 секунд, а тут может жить до 77 ваших друзей. Мне кажется, ли это отличная идея будет посоздавать такие отели на серверах, да? И просто потом раздавать комнаты людям. Да, я согласен, что это не прям какие-то фантастически большие комнаты, но если их удлинить, допустим, отсюда где-то до сюда, вот где-то до сюда, и отсюда где-то до сюда, то в принципе получится даже большие комнаты. А на верхних этажах у нас уже, да, у нас уже в чате написало финиш, то есть все, все, закончились, да. То есть постройка закончилась, таджики ушли. Но, ребята, смотрите, как это действительно круто выглядит. Это просто офигеть. Потому что такой отель, давайте посмотрим его масштабы. Такой отель заспавнить всего лишь за 10 секунд, ребята. Да, и как он офигенно спавнится. Сейчас мы сделаем даже небольшую прогулку по этому отелю. В принципе, большого тут чего-то нету, только зомби. Также у вас тут есть место для создания собственного интерьера. Да, вы можете сюда понаставить все, что вам угодно. И быть тут, быть директором этого отеля, стать тут на вот этот вход и смотреть, кто тут входит, кто выходит. Это реально отличная идея, вот создать такой отель на серверах и просто, знаете, приватами раздавать игрокам комнаты. Да, комнаты небольшие, но все же, ребята, но все же. Это будет отличная идея для тех, кто, знаете, вот гриферы там, иди сюда, я тебя приючу или что-то в этом роде. Потом ты тпхаешься, они тебя убивают и все. А так у тебя будет хоть и маленькая, но собственная комната в отеле. У тебя также будут шумные соседи за стеной, которые будут сверлить, не знаю, по батарее стукать и даже кроватью трясти, да, ребята, если вы понимаете, о чем я. Это действительно очень круто, потому что, вот смотрите, такая небольшая комнатка, но посмотрите, какая она уютная. Тут, конечно, ничего нету, но это, ну, понятно, обычный сундучок, двухместная кровать для тебя и твоей половинки, да, твоей правой руки, да. Ну, ладно, может, у кого-то есть вторая половинка, я ничего не говорю, но все же, а, тут тоже так, а есть тут одноместные номера для одиночек. Мне интересно, если тут одноместный... Трехместные номера, это уже что-то интересненькое там. Парниша пришел со своими подружками. Ну, ладно, это фантазии, ребята, это уже для вас. Вот вы думаете, для чего нужны трехместные номера? Или, например, ты там со своей второй половинкой и... твоя собака или что-то в этом роде. Или ее мама нахрен пришла посмотреть вашу первую брачную ночь. Не знаю, ребята, не знаю. О, трехместная, не знаю. Ну, в принципе, тут каждый этаж вот такой. Жалко, тут лифта нету, да, как бы было бы круто, если бы тут лифт какой-то, хоть какой-то маленький был бы. Это было бы реально очень круто. Давайте, в принципе, нет, мне кажется, тут только трехместные есть. Вот, двухместный номер. Двухместный, мне кажется, тут даже одноместного нету. А может, он будет выше где-то на верхних этажах, хрен его знает. Давайте взлетим еще немного. Вот, посмотрим. Будут ли тут одноместные номера? Нет, трех, двух. А с этой стороны? С этой стороны что у нас? Не... К сожалению, тут даже нету одноместных номеров. Но все же, ребята, смотрите, какой это крутой отель получился. Это реально очень даже круто, потому что, ну... Не каждый день вы сможете создать такой отель за 10 секунд, да. По сравнению с этим отелем, там, как построить дом за пару секунд, как построить деревню за пару секунд, то это вообще небо и земля, потому что, ну, посмотри, какой он огромный. Или просто-напросто для украшения, то есть никогда не помешает создать такой отель возле вашей халупы, где-то спрятанной в земле. Просто-напросто любоваться. И... Даже, ну, а вы прикиньте, если бы вы заспавнили такой отель для вашей одиночной игры в Майнкрафте. Вот, ребята, вопрос, именно вам вопрос. Напишите в комментариях ваш ответ. Смогли бы вы заполнить этот отель целиком, например, в Майнкрафте, если бы вы играли на протяжении нескольких месяцев? Может, даже с модами, да, может, даже с модами. Возьмите, пример, любые моды, там, Таункрафт, Дивайн РПГ, тот же Пиксельмон или многое другое. Если бы вы играли без перерыва, да, то есть не забрасывали, а играли бы, играли, смогли бы вы заполнить этот весь отель какими-то ресурсами, комнатами, вещами, то есть смогли бы вы заполнить каждый этаж какими-то нужными вам вещами, да, то есть создать что-то там, какую-то лабораторию, там качалку, там еще что-то, там склад сундуков, там кухню, там еще что-то, я не знаю, ну, мне кажется, не смог бы никто, потому что это слишком большой отель для того, чтобы для того, чтобы заполнить эти все 77 комнат, 11 этажей. Я не знаю, я не считал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, 11 этажей. Это офигеть просто. Да, ребята, но в принципе на этом мы будем заканчивать эту серию. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. И я даю вам свое слово, как только мы наберем 1000 лайков на вот этой серии, я сразу же побегу делать новую серию без модов. Нифига себе. Я обещаю то, что она будет еще намного интереснее, потому что без модов это большая вселенная, которая предоставляет нам большие возможности, даже такие, что моды иногда не предоставляют, но без модов предоставляют. Поэтому, ребята, 1000 лайков, я также буду очень сильно этому рад. 1 секунда, чтобы поставить этот лайк. 1 секунда, ну просто вообрази, 1 секунда. Мне кажется, это не так-то и сложно, но... я вот прям тебе буду благодарен. Также там есть кнопочка подписка. Я также буду очень рад, если ты на нее нажмешь, потому что каждый подписчик для меня как друг. Подпишись и спрашивай любой вопрос в комментариях, потому что я отвечаю своим подписчикам. Я буду очень сильно рад, если ты также оставишь свой комментарий. Ребята, ссылочка на эту команду есть в описании. Заходите, скачивайте, копируйте и создавайте хоть миллион таких отелей в своем мире Майнкрафт. Да, ребята, мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.